Киеве 30-й чемпионат советских акробатов. Соревнования в честь 50-летия Ленинского комсомола. Первенство СССР распаривают спортсмены союзных республик Москвы и Ленинграда. Ставропольская школьница Наташа Тимофеева оказалась победительницей по акробатическим прыжкам на дорожке. Первое место в мужских парных упражнениях заняли Валентин Ильюшенко и Валентин Тахтаров, Донецк. Выступление на батуте. Первое место среди женщин заняла украинская спортсменка Нина Ковшова. Победителем среди мужчин стал представитель команды РСФСР Игорь Токарь. Команда Российской Федерации, занявшая первое место, стала обладателем Кубка чемпионата Советского Союза.